Друзья, всем привет! Наконец-то моя мечта сбылась, мечта идиота. Я очень долго к ней шла, к осуществлению этой мечты. И сегодня я сейчас приехала в торговый центр «Альфа», в магазин «Идеал», как-то так называется. В общем, я, друзья, покупаю MacBook. Я к этому очень долго шла, у меня нет компьютера, у меня есть ноутбук, он постоянно глючит. Но пока он еще, знаете, более-менее работал, еще ничего. Но тут уже стал вопрос, что я уже почти 3,5 года снимаю на Ютубе. Хочется как-то, знаете, более качественно монтировать. А в MacBook'е, как вы знаете, возможно, знаете, что я монтирую и снимаю все на iPhone. У меня iPhone XR. До этого был 5, потом 5S, сейчас XR. И я все снимаю и монтирую в телефоне. Но, наконец, я все-таки решилась. Просто решилась. Так, знаете, удивительно, телефон практически стоит, ну, на 300 евро дешевле, чем MacBook. Но я на телефон очень быстро решилась. А на MacBook, который стоит 1100 с чем-то, я очень долго шла. Еще неизвестно было, дадут ли мне кредит. То есть я взяла его в рассрочку с первым взносом. Первый взнос 288 евро. Это, по-моему, 20%. И на 1,5 года я взяла. И как-то, знаете, вот почему-то боялась. В принципе, не такая, знаете, страшная сумма. Чуть дороже, чем мой телефон. В общем, много болтаю, уже 2 минуты. Так что сейчас пойдемте в Альфу прогуляемся. Магазины все закрыты. Я имею в виду одежда, обувь, там сумки. Ну, вообще посмотрим, потому что в Альфе я была последний раз в ноябре месяце, когда покупала Эко. Здесь мы с вами гуляли. Ну, а сейчас пойдемте. Посмотрим, что смогу, покажу. Пока идем, покажу вам, друзья, что у нас с торговыми центрами. Вот самая последняя новость, то что 7 апреля у нас откроются все магазины, те, что меньше 3000 или 300 метров с отдельным входом. Вот эти магазины у нас откроются. По поводу торговых центров, вот посмотрите, сейчас покажу вам. Видите, белые флаги висят. Я даже не обращала вообще внимания, что это такое. Сейчас еще раз покажу вам. Оказалось, что вот эти белые флаги вывесили все торговые центры. Потому что и они на днях предъявили правительству не то что ультиматум, а сказали, давайте встретимся. Вы нам, государство, не помогаете. Еще чуть-чуть, если вы нас не откроете, то мы просто не сможем продолжать работу. Потому что, как я прочитала на Делфи за прошлый год, по аренде торговые центры недополучили 42 миллиона. То есть они практически всем арендодателям снизили аренду чуть ли не на 100%. Так, друзья, мне надо маска моя. Где моя маска? Сейчас, секунду. Хочу вам показать. Называется «Субботник в гардеробной». Это типа, знаете, расхламление в своей гардеробной. Так вот, торговые центры откроют не все, как я поняла. Не знаю, почему так, но вот такая ситуация и такое вот как бы последние новости. Там у нас Рими. Пойдемте, надо искать этот магазин. Где-то я видела, что он на втором, по-моему, этаже. Дрогас. Пойдемте на второй этаж. 99,9%, что магазины 7 или 8 апреля откроются. Ну, в общем, конечно, у торговых центров, потому что у них налог на землю, у них у многих обязательства перед банками. Конечно, они не могут как бы полностью снижать аренду. А магазинам-то как платить, если они не работают, закрыты? В общем, конечно. А сегодня еще, кстати, на Фейсбуке я
видела такую фотографию. Их всех отправили, ну, тех, кого могли, на удаленку, работать на удаленке. И там такая, знаете, фотография, что, а как тебе поработать дома продавцом на удаленке? Ну, что-то вот такое. Типа того. Это Aeronics. Нет, мне не сюда. Мне нужен маленький магазин. Вот, посмотрите, все закрыты. ГС, Гринарди, здесь вот я вижу. H&M, Спортланд. Все закрыты. Так, а где этот магазин? Сейчас надо искать его. Тут, конечно, знаете, в этой Альпе можно потеряться. Насколько много магазинов и разных дорог и путей. Там, видите, вообще пусто. На первом этаже, посмотрите, какие зайцы пасхальные. Красивые зайчишки. Потом спустимся, посмотрим, из чего же они сделаны. Решила, знаете, не особо искать, а найти просто инфо. Пойти посмотреть, где инфо, спросить, чтобы они меня направили. Из чего же все-таки эти зайчики? А, из бумаги. Красиво. Ну вот, оказывается, что на первом этаже меня туда отправили. Да, как печально видеть, знаете, огромный торговый центр. Так много магазинов. И всегда здесь много людей. И сейчас пусто. Давайте хоть на витрину посмотрим. Красивущие часы. На красоту полюбоваться. Открытые магазины очков, открытые магазины техники, открытые операторы связи. Вот как-то видите, Alan Deco, простите, тоже открыт. И знаете, вот совсем мне непонятно. Красивый магазин, конечно. Вот мне, если честно, непонятно. Почему открыты вот эти магазины и закрыты вещевые магазины? Слушайте, а давайте зайдем в него, посмотрим хоть на красоту. Надо обязательно брать грозыню, то есть корзинку, и тогда с ней идти. Давайте хоть посмотрим на красоту. В виде яблока. Красиво, правда? Эта сторона золотая. Очень красиво. Посмотрите, какая лягушка, жабулька. Заяц, 39 евро. На подносик можно что-то положить. Или вот такой зайчик пасхальный. Красиво, правда? Чашка и блюдце. 24 евро комплект. Очень красиво. Матовая. Белая простая посуда.
корзиночки. Ой, до чего я люблю такие маленькие корзиночки. Это комплект, я так думаю. Хотя не уверена. Нет, все по отдельности. 2,50. Побольше. 5,50. Классно. Вот такую маленькую корзиночку для ключей, например. И никуда ваши ключи, например, от квартиры или от машины, когда вы домой заходите, не потеряются. Разнообразные крошки. 30-40-70% скидки. Красивые вот эти. %50 скидка. €80. Если от этой цены 50%, хотя, наверное, нет. Уже со скидкой 50%. Черепаха. Зеркало в виде черепахи. Большое. 45 евро. Разнообразные зеркала. Вот это какой декор, посмотрите, интересный. Обалдеть, вы только посмотрите. Вот такого формата на стену. И посмотрите, как красиво. Чудо. А вот это очень красиво. Ширма. Я когда-то искала домой ширму. Даже, я помню, в Икею ездила. Так и не смогла купить. Не было. А тут, смотрите, есть ширма. И не одна причем. Вот еще одна. И большое количество люстр. Очень красиво. Смотрите, какой шар, да? 299 евро. Мне вот это очень нравится. 45 евро. Да. Три лампы в такой, как сетке. Какое кресло? Велюр. 180 евро. Трех цветов. Красивые очень цвета. И яркие, и вместе с тем очень... Даже не знаю, не могу подобрать слово. Насколько красиво. Сдержанные такие расцветки. Как вам такое зеркало? Классное зеркало, посмотрите. 99 евро. Себя видишь хорошо. Как вам такое кресло?
Знаете, у меня как-то один момент было желание вот что-то купить, вернее, не сотворить, а купить какие-то вот такие искусственные растения. Потому что я помню, где-то показывала вам, мы с вами гуляли в каком-то тоже таком магазине. И я говорила, что искусственные цветы в доме нехорошо держать. Тогда кто-то из зрителей и, по-моему, несколько человек написали, что искусственные рукотворные цветы держать в доме можно. Нельзя держать сухие цветы. Ну, в общем, пока я так не сильно озадачилась идеей купить, мне, наверное, надо сначала, может быть, вазу подумать, про вазу. По какой цене? 6,90, одна веточка, 8, 6,90. Может быть, и правда себе сделать такой букет дома. Вот не знаю пока. Как будто настоящее дерево покрашено золотом. Посмотрите, как красиво белые вазы. И тут же белые цветы. Цветы 7,50. Ну, а вазы вы видите цены. Очень красиво. Черные розы. Тоже 7,50. Но, знаете, очень удивительно. В доме иметь вот черные розы. Нет, ну, конечно, если их с белыми сложить, чтобы интересно было бы. Как думаете? Так, я еще попутно пытаюсь фотографировать. Ладно, друзья, пойдемте с вами. Посмотрели на красоту, повдохновлялись. Пойдемте. Такие наушники у меня есть. Ничего себе, какие они дорогие. 179 евро. Вот у меня такие есть. Мне жених подарил свои. Ничего себе цена. Единственное, что я не знаю, смогу ли я на макбуке без мышки работать. Вот не знаю, если честно. Такая мышка в этом магазине 89 евро. И если правильно я понимаю, сейчас я вам скажу, какую я купила. Я, конечно, дома потом открою. Не знаю, есть он здесь или нет. Но должен быть, наверное. В общем, какой-то вот такой. Или такой вот. Ну что, друзья, поздравьте меня. Я стала счастливым обладателем макбука. Сладкий миг. Эта коробка лежала уже дня два, наверное, или три. Я все никак не могла ее распаковать. Мне почему-то было очень сложно к этому подготовиться, к распаковке. Потому что это же надо сразу все настраивать. А я боюсь, что я чайник. Я так много просмотрела роликов. Ну, в общем, распакуем, друзья, новый MacBook. Мечта сбылась.
Так. Я так много видела роликов распаковки, что... Ой, обалдеть. Давайте сразу посмотрим, что здесь. Это провод для зарядки. Вот такая зарядка. Ну и просто, наверное, здесь... Да, книжечки. Угу. Еще вот две такие. Не знаю, куда наклеить наклейки. Ну, потом посмотрим. Ну и давайте сам ноутбук откроем. Тут, видите, он в такой пленке. Вау! Очень красивый. Я хотела именно вот такой. Серо-серебристый. Долго пыталась, но у меня получилось немножечко его открыть. Он уже приветствие мне сказал. Обалдеть, друзья. Маленький, красивый. Оп! И сразу включился. Ну все, я, наверное, тут зависну на сутки, пока с ним буду разбираться. Press the return key.